Всем привет, с вами SteveProи сегодня мы поиграем на сервере голодные игры Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот мы появились на сервере. Ну, для того, чтобы нам играть на голодных играх, нам понадобится залезть в чат и написать команду регистр, которая означает регистрацию. После того, как вы написали команду регистр, вы должны нажать пробел и написать ваш любой пароль, после чего вы зарегистрируетесь, или, можно сказать, ваш аккаунт будет зарегистрирован. Смотрите, что такой необычный чувак, видите дерево. Ну-ка, давайте его рассмотрим. Наверху у него листва, прикольный скин, довольно. Но мы сейчас отправимся на голодные игры. Так, вот мы уже появились на голодных играх. Сейчас осталась 1 минута до начала их. Ну, как видите, здесь пока еще мало очень игроков. Ну, здесь нет такого, то, что мы будем ждать всех игроков. Как это бывает на некоторых серверах. Здесь стоит определенное время, через которое начинаются игры. Но, к сожалению, в чате мы ничего не сможем написать. Вот. Ну, я пробовал даже писать логин. Здесь просто походу нужно либо VIP, либо что-то еще, чтобы писать именно в чате. И, кстати, пароль должен состоять из 6 цифр. Если вы ведете меньше, то ваш аккаунт просто не будет регистрирован. Вот нам пишут, что осталось 30 секунд. Ну, сейчас еще маленько. И начнем мы уже биться. Смотрите, там средине стояли сундуки, но мы побежим именно вот в этот проход. Но если побежим в средину, то там просто-напросто уже не будет вещей. Мы уже, наверное, поняли. Так, идем. Все, начало. Так, бежим. Кстати, здесь нам довольно придется часто искать мясо, так как мясо или еду, чтобы мы не умирали от голода. Я играл с другом, и мы, когда играли, я умирал почти всегда от голода. Не я, а точнее он. Ну, смотрите, здесь тоже вещи, но эти вещи нам уже не нужны. Смотрите, там опять у меня надо не прогрузка карты. Давайте попробуем прыгнуть, наверное, ничего не будет. О, нет, я ошибся. Это было так задумано, да. Досадно и обидно. Ой, ну что ж, больше мы на голодные игры не пойдем, так как это на очень долго затянет. Смотрите, стоит житель, который, к сожалению, ничего не делает и ничего не продает. Ну что ж, вот такие прикольные были, так сказать, выживания на этих голодных игр. Также присоединяйтесь и играйте. Вот у нас есть Skybars, который не работает. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.